Юрьевич, наш путь от входа до мемориальной зоны проходит по дороге памяти и скорби. Это бывшая улица сожженной деревни. Сколько тут? 250 метров? 292. То есть вот здесь... Дома были. Алла от слова «алёс». Непроходимый лес среди болот. Она недоступна была. Почему и до 44-го года здесь люди прятались? Потому что она была недоступна. Спасибо вам за этот памятник. Это памятник для всего белорусского народа. Да не только для народа. Пусть сюда приезжают и смотрят, каким духом крепок белорусский народ. И как он живет. И чтобы никому не хотелось нами понукать. Очень мощно. Мы молодцы. Это навсегда.